В Ноябрьске легковушка провалилась в яму на дороге. Произошло это в районе дома номер 190 по улице Сибирской. Фото накануне появилось в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что водитель авто разбил себе лоб. В ГИБДД о случившемся автомобилист не сообщал. И вот в среду в яму в этом микрорайоне засыпали. Провал в асфальте заполнили гравием. Такая проблема уже возникала здесь летом прошлого года. Ямы глубиной в полметра появились рядом с новостройками в микрорайоне Оболонь сразу в нескольких местах. Тогда гарантийные обязательства застройщика еще не истекли, и муниципалитет начал претензионную работу. Сегодня строительная компания, которая возводила эти жилые дома и занималась благоустройством территории, находится в стадии банкротства.